вот такой вот, я полностью лицом. То есть я коленки под себя, то есть дыхания-то нету, я же не набрал ничего, не воздух. Коленки под себя пытаюсь его поднять не могу. Был бы в шлеме, все бы, то есть я бы там приехал. И я из-под него вот этим вот подбородком, в виске, то есть как бы без камушков, вытащил. Ладно, эти два мужика уже на другой стороне, он работает. Вы снимаете, да? Маленький хрюкальный подсвинок, который хочет что-нибудь здесь сделать. Зачем кабану грязь? Он залез в нее и хрюкал. Ему нужно сначала специально размешивательный заезд сделать, а потом сделать уже состязательный. Ненапряжно, душевно, с юмором, присущим компании самых отъявленных грязи поклонников близлежащих областей, стартовал традиционный любительский кросс на квадроциклах «Реальные кабаны 2016». Кто-то из участников закабанел уже давно, кто-то решился на метаморфозы впервые, но деление на классы не учитывало степень матерости. Традиционно на старте два зачета классических АТВ, разделенные организаторами по кубатурности двигателя, и отдельно эксцентричные машинки сайд-бай-сайд. Условия соревнований доступны и понятны. Один индивидуальный кроссовый заезд, состоящий из двух кругов. Далее по олимпийской системе гонки на выбывание, а в данном конкретном случае на увязание в липкой вонючей субстанции. Полевские старты уже второй год занимают почетное место в календаре спортивного сезона Урала, потому что полностью оправдывают свое название. Ибо железо тут греется реально, а кабанитость участников сомнений не оставляет. Как вы лодку назовете, так вам и надо. Спортивный маршрут проложен, организаторы четко бдят, интрига наклевывается, смятение присутствует. Вот здесь настраиваем. Кабан обожает грязь. Погубили. Сама погубила. Старт-финиш, а между ними несколько минут настоящих спортивных разборок. В классе D2 страсти кипели, бурлили и повизгивали. Проливной дождь внес свои коррективы. Там, где было сложно, стало очень отпето. Грязевая канава манила своей лебединой песней. Кто-то поддался чарам и засел прочно и надолго, другим удалось вспорхнуть над ней и получить заслуженные лавры. Михаил Еремин, глиссирующий на летательном квадроаппарате «Ашот», стал лидером с непотопляемой позицией в итоговой таблице соревнований. Шел уверенно, победил честно. 8 заездов без процента на сомнения. Трасса вообще удалась. Было одно место, в котором колбасились, а в остальном все только хрюкали ехали от удовольствия. Вообще, каждый класс на гонке – это психотип. И чем больше ты психо, тем больше ты D1. Этих более кубатурных по сравнению с предыдущим классом мощных монстров, среди которых были и заточены под спорт различные представители самых известных марок внедорожной техники, зрители ждали с нетерпением.
И не только ждали. Спонтанное решение организаторов и болельщиков усложнить трассу, заузив ее в самом сложном месте, привело к неожиданным результатам. Шутка была несколько несвоевременной. Иван Решетнюк первым вылетает на этот участок на 800-кубовом X8, не ведая об изменениях, вынужденно меняет траекторию и теряет лидерство. Организаторы хотели как лучше, но нарыв для кабанов побольше ям. Засадили всех вот в эту отличную большую яму. На тщательное исследование рельефа Полевского края отправились не только прожженные квадроциклисты. Дети – это вообще отдельный класс и настроение. За это им огромный респект и отдельное место в сюжете. Я веселый и смешной поросенок наш на... Наслаждаюсь летом и танцую как чат. То поем мы все с друзьями, то немного полежим. Это реальные кабаны, детка, со всеми вытекающими, стекающими, въедающимися, неотмывающимися и прочими последствиями. Сезон покатил. Всем всего самого чумового. Трасса отличная, грязная, тяжелая. Не мотокросс же. Дальше земли не упадут. Oh!